к этому матчу. Цумадазе и Снур. Предпоследний матч сегодняшнего дня. Андрей Магомедов, Тагир. Арбитр, главный арбитр этого матча, Арсен Меджидов, помогает ему на бровке Амирхан Мамедов. Гамзатов. Нужно расстаться уже с мячом, отдает передачу налево на Магомедова. Тут издали пробивает, Снур попадает, голкипер спасает. И мяч у команды АЗ Снур. Маханов вперед отдал передачу, не точно. Махмудов один в один обыгрывает Ярахмет Махмудов. Нужно пробить, пробивает и открывает счет в этой встрече. 88 номер команды Цума. Счет сравнял ему, возможно, попал бы в социальные сети ДНПФЛ Дагестана, да? Но есть шансы, есть возможность сейчас попасть. Попадает Ильдар Магомедов. И счет становится 1-1. Или это Курамагомедов? Так, пятый номер или шестой? Пробрасывает и получает по ногам. Можно продолжить игру. Будет отложена желтая, скорее всего. Пробивает Гивакаев. Мусаев. Кто здесь? А здесь Мурадов. И выводит свою команду вперед. Мурадов 2-1. Второй номер. 2-1 впереди. Мяч вперед на Шерифгаджиева. Ну почему-то сегодня пока игра не клеится у нападающего команды Цумада. Гивакаев. Хорошая передача на Мусаева. Мусаев! Магомед Мусаев, голландец, удваивает преимущество для своей команды. 3-1. Ошибается Цумада. Гилакаев. Еще один мяч. Забивает АЗ Снур под конец первого тайма. 4-1. Что не так сегодня с Цумадой? Заброс штрафную, и вот, вот игра. Цумады сравнивает, куда сравнивать, 4-2, да? Так, аут. Аут в пользу команды АЗ Снур. Есть удар, и что за удар-то получился у игрока команды АЗ Снур? Как атакуют эти парни? Ну что ж, встреча продолжается. Маханов. На Мусаева. Мусаев пробивает в дальний угол. И вновь голландец. Магомед Мусаев, голландец, забивает. И у... не утваивает, а утраивает. Да, как будет... Остается мяч у Гаджиева. И вновь опасно. У Маханов будет пробивать. Пробивает. И еще один мяч забивает команда Зеснур. Да... Гамзатов. Контратака. Гамзатов! Сотрясает каркас ворот Гамзатов. Пошли контратаки. Умаханов. Направо. Гаджиев. Дальний угол. Штанга! Мне нравится. Мне очень все нравится. Это очень интересная игра. Показывает Арсен Меджидов. Здесь подкате шикарно играет Заумханов, да, уже Арсен Меджидов не успевает. Исмаилов отдает передачу на Сердерова, и Сердеров забивает. 6-3. Цумада еще в игре. Магомедов мяч отбирает, отдает передачу Гамзатову. Гамзатов левее, здесь Сердеров, Сердеров на Исмаила. Исмаилов в дальний угол, добивание. Есть еще один мяч, Ариф Гаджиев отличился в этой встрече. Второй раз. Мяч. Вот момент, скорее всего, забитый мячом. Магомедов обыграл. Шарип Гаджиев сохранил мяч. Шарип Гаджиев поставил спину. Гамзатов пробил. От штанги забил. И вновь штанга. 6-5. Что же здесь? Где мяч? Мяч у Гамзатова. Будет аут. Аут теряет. Мусаев. Один в один против Заумханова. Мусаев почему не пробил? Передачу отдал. Мурада возвращает. Абдулкадыров собственные ворота забивает. 7-5. Тайбрейк окончен. Здесь Керимов на Сердерова. Сердеров. Амаров пробивает издали. Амаров. Здесь Мурадов. Удар по воротам. 8-5. Забивает и еще один мяч. Команда.
Замуханов мяч отбирает, отдает передачу направо. А тут у нас кто появился на поле под конец матча? Гилакаев. Удар верхом, перекладина вновь. Нужно немножко камеру.